рыжим классный. И на моих волосах тоже такой же цвет. Друзья, на канале Принцесса Кристина. И сегодня мы с вот этими девочками Лол придумали сделать слайм Лол. Все верно, сегодня мы сделаем глиттерный Лол слайм. Ура! Да, девчонки, ну что, вы готовы? Конечно же мы готовы, давай, Кристина, быстрее начинать. Хорошо. И сейчас мы расскажем, что для этого нам нужно. Для этого нам надо клей, жидкость для контактных линз, вода и сода, и различные глиттеры и блесточки. И что, мы тоже все будем блестеть? Нет, это ваш слайм будет блестеть. Ну хорошо, а то у нас и так на волосиках уже столько блесточек. А где мы все это будем замешивать? Мы будем замешивать в этом контейнере. Ух ты! Ну да. Давайте приступим. Интересно, какой же у нас слайм наш получится? Судя по тем глиттерам, которые тут есть, он получится радужный. Ну да. Вы смотрели наше предыдущее видео с слаймом Китти? Напишите в комментариях. Теперь мы берем соду и насыпаем ее в водичку. Сейчас это перемешиваем ложечкой. Мешаем, 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 чтобы оно все хорошо растворилось. Теперь мы берем и эту жидкость выливаем в наш клей. И все это тщательно перемешиваем. Теперь нам понадобится жидкость для контактных линз. Нам нужно добавить 6 ложечек. Вау, друзья, он закусает. Ух ты, получается настоящий слайм. Теперь берем глиттер и насыпаем в нашу емкость. Давайте начнем с золотого глиттера. Давайте с краешку насыпем. Давайте теперь синенький. Смотрите, какой он красивый. Вау, друзья, посмотрите, какая у нас получилась эта емкость красивая. Это же не вода, а слайм. И к тому же вы можете прилипнуть. Нам осталось еще добавить блестки. У нас есть звездочки и сердечки. Я сделаю сердечко, если у меня получится. И теперь мы добавим сердечки. Вау, как красиво и круто у нас получилось. Как будто. Да, сердечками. Ну что ж, давайте мы все это перемешаем. Вау, такие классные звуки издает это все. А вы делали слайм своими руками? Напишите в комментариях. Мы, например, никогда еще не делали слайм, а Кристина уже делала. Да. Как же мне хочется это все тщательно перемешать руками. Сейчас мы его как-то положим на стол. Друзья, вы только посмотрите! У него такой цвет, как пряди на моих волосах! И на моих волосах тоже такой же цвет! Да, песик. Такой же он классный! Друзья, напишите в комментариях, какой вам лучше слайм понравился. Юни Китти или Лол? Да, обязательно! Напишите, нам очень важно ваше мнение, потому что Кристина очень старалась. Ой, ой, какой же он прикольный, и я совсем не давно в нем. Смотрите, девчонки, все за мной. Да, он действительно очень прикольный, смотрите, как мои золотые сапожки на нем смотрятся. Ой, ваш песик, наверное, закопался тут в этом слайме. Друзья, ставьте лайк на это видео, подписывайтесь на мой канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. А на этом все. Всем пока-пока и до скорых встреч! Пока-пока!